В этом году ему исполняется 35 лет, и это замечательный, получается, для них подарок. Клуб очень нужен в этом микрорайоне. Здесь очень активные дети, очень активные жильцы. Ну и педагоги тоже очень активные. Все мероприятия у них проходят, вот знаете, как в теплой, дружественной, дворовой обстановке. Мы очень долго ждали открытия этого клуба. Он стал очень красивый, яркий. В нем сейчас стало очень лучше играть, стало приятно играть.